Сочи, крупнейший курорт России, расположен почти на одинаковом расстоянии как от экватора, так и от Северного полюса. Мировое географическое положение Сочи на границе Европы и Азии позволяет определить его как совершенно новый регион для проведения крупнейших спортивных соревнований. Это создает условия для привлечения спортсменов южного полушария. Сочи удобен для въезда и выезда с четырех направлений. Сюда легко добраться по воздуху, по железной и автодорогам. Большую нагрузку, особенно с учетом выхода на страны Средиземноморья, возьмет на себя морской порт. Уже сегодня Сочи располагает отелями, пансионатами, туристскими центрами на 100 тысяч мест одновременно. В основе концепции размещения всех объектов и сооружений Олимпиады в Сочи находится принцип компактного двухъярусного нижнего и верхнего базирования. В непосредственной близости к международному аэропорту расположатся крупнейшие крытые сооружения для ледовых видов спорта. Здесь же будут находиться первая олимпийская деревня, пресс-центры. От аэропорта сюда можно добраться за 5 минут. В верхней части имеются все условия для строительства спортивных открытых сооружений. Здесь будет сооружена вторая олимпийская деревня. Максимальное удаление спортивных сооружений от олимпийских деревень, как в нижней, так и в верхней части, не превысит 10 минут. Аэропорт, нижнюю олимпийскую деревню и все прибрежные сооружения и верхний ярус свяжут существующие шоссе, монорельсовая дорога и вертолеты. Полным ходом сейчас идет реконструкция автомобильной дороги, расширение и пробивка дополнительных тоннелей. Монорельсовая дорога с пропускной способностью до 30 тысяч человек в час полностью решит проблему доставки больших масс зрителей к местам лыжных и горнолыжных соревнований. Верхний ярус расположен на высоте от 600 до 2400 метров над уровнем моря. Снег устойчиво залегает на плато. Стабильный снеговой покров и на горных склонах. Это одно из самых снегообильных мест в Европе. Многолетние наблюдения подтверждают постоянство залегания снега и его особо плотную структуру. Вместе с тем, здесь не бывает ветров и чрезвычайно низких температур. Сочи, и особенно его горная часть, является одним из самых экологически чистых городов России. Спортивные сооружения для лыжных и горнолыжных видов спорта будут расположены в буферной зоне между Государственным национальным природным парком и биосферным заповедником. На отметке 800 метров запроектированы трассы для биатлона. Здесь же комплекс лыжных трамплинов и сооружений для фристайла. На высоте 2400 метров намечен старт скоростного спуска. 2000 метров гигантского слалома. Трассы для лыжных гонок выбраны на уровне 1350 метров. Объекты для соревнований на открытом воздухе, как и все другие сооружения, будут построены с учетом всех экологических требований. Итак, основные аргументы Сочи. Новый спортивный регион в мире, уникальные природно-климатические условия, развитая инфраструктура, квалифицированный персонал, транспортная доступность, компактное размещение объектов, экологическая обеспеченность, высокая рентабельность всех сооружений после Олимпиады, настоятельная потребность всей России в современном центре лыжного и горнолыжного спорта.